У нас тут веганское утро под звуки ремонтных соседских дел. Только дала им траву. О, процесс пошел. А я пошла у окошка пить свой коллагенчик и читать в телефоне новости. У нас дождь, 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 дождь. Какой ливеняка пошел. Ой-ой-ой-ой-ой. А я еще думала, ну, шины поменять-то да. Я об этом давно думаю. А, уже июнь, блин, скоро. Я все на зимней резине. Но я думала, мне же надо, во-первых, кошакам за едой сходить. Все, закончился наш пакет-то на 3 килограмма. Ну, вообще, что-то купить дома. У меня в холодильник абсолютно пустой. Там 3 яйца и 3 луковицы. И все. Кусочек маслечка. Ну ладно, сейчас оно, может, пройдет, пока я допью свой коллагенчик. Сиренюшку отцветает. О, сиренюшку, боже мой, что говоришь? Черешенка. А я пью. Чего, поели траву? Чего ты пришел? Все, раздербанили? Сейчас приду, посмотрю. Так, завтрак делаю. Налила не подсолнечное, а оливковое масло. Подсолнечное закончилось. 3 луковицы. Как говорится, что есть, то и будет. Ну, что делать? Голодными совсем в магазин ходить нельзя. Накупишь кучу всякой херни. И так накупишь. Сейчас немножечко лучок мягкий, золотистый станет. Не, еще здесь хлебцы. Я так думаю, что еще добавить вам для этого? Потом думаю, так нет уж ничего. Омлет с луком. Любите ли вы омлет с луком? Конечно, любите. Чего нет? Реально нету больше ничего. Патчи. Настроения нет, даже есть. Да, котики? Красиво лежишь. Не знаю даже, что купить. Может, в Озон Экспресс заказать? Вообще никуда не ходить. Все привезут. Все равно идти за кошачьей едой, потому что я хочу килограммом на развес купить. И уже надо. Потому что на Озоне прям экспресс-доставки еды, кормов, по-моему, нет. Может, есть, надо смотреть. Но там, опять же, на развес, если брать килограмм, это дешевле, чем килограмм в упаковке. Да и невыгодно получится. Там выгодно становится брать, если от 3 килограмма. Но что-то пока вот 2500 я не могу сейчас отдать на мешок корма. Ибо нету свободных таких денег. Сейчас подумаешь, на что потратить то, что есть. Так, ну смотрите.
немножечко водички, наверное, да? Чтобы она не горела. Чтобы он мягче стал. И сейчас взболтаем яички. И вот такой омлетик. Так, все вылили, добавили секретный ингредиент в виде копченой паприки. Закрываем. Это сейчас быстренько моем. И сейчас будет завтрак. Откроем хлебцы. Надо будет, кстати, хлебцы еще взять. Такие, я уже говорила, в корниксе, гляньте. Маленькие хлебцы. В фикс прайс по 30 рублей. Ага. Так, я уже выключила. Вот такая красота у нас получилась. Сейчас мне нужно две руки. Вуаля! Завтрак из топора готов. Все, пойду сейчас включу компьютер. Посмотрю, мне посылочку друг прислал, как он участвовал в передаче. Посмотрю. И заодно позавтракаю. Да, мур-мур-мур. А потом поедем уже в магазин и котиком за едой. Самое главное, котиком за едой. Че, траву пожамкали сверху? А так бесились, так прям хотели ее, чуть не подрались. А теперь все, да? Травушка стоит, котики лежат. Цветочки мои. Все, пошла завтракать. Вам тоже приятного аппетита, если кушаете. Я вышла погулять. Нету пока никого. Розочки еще не зацвели. Там вон. Какая-то красота. Ну, тут такой парк местного разлива. Здесь, наверное, нельзя ходить по газону. Богатыри вон там, три богатыря. Что-то посадили. Была в магазине и думала, что бы такое купить. Цены растут. Ну, будем есть меньше. Тоже ж хороший опыт. Так, там у нас кот ученый. Там богатыри. Все, собственно, на этом парк заканчивается. Интересно, ну, с той стороны там внутри пустой. Елочки. Он тут цвести начинает. Да? Да. Ну, какая прелесть. Красиво.
Ладно, все. Собственно, здесь больше гулять-то и негде. Поехали. Покупки сделали, поехали домой. Редисочку купила. Редисочку погрызу, пока зубы позволяют. Ну, она, кстати, тоже вкусная. Но она немножко такая позлее, чем та, которую вот в Озон Фреш заказывала. Она прям была без горчинки. Но это суровая. Она из магнита. 99 рублей. Короче, зашла от цены, опять офигела. Это хлебцы, которые в фикс прайсе по 30 рублей. 99 рублей уже стоят. 99 рублей. Короче. Будем меньше есть. Это идеальный вариант. Конечно, он печальный в эмоциональном плане. Но и организму полезнее. Ладно. А чего вы траву бросили и стали доедать? Все, я пошла есть редисочку. И не знаю, что еще делать сегодня. Время третий час. А, есть что поделать. Точно, совсем забыла. Дело есть важное. Опять ветер. Опять тучи находят. Ну, короче, скорее всего, сейчас опять дождь будет. Ну, дожди тоже нужны сейчас. Пусть льется. Может, у меня наконец кабачки взойдут. Ладно, если они не взойдут, посажу новые. Ничего делать. Все. Всем пока-пока. Давай, Кристюш. Аттракцион. Та-да-да-там. Нет, да не ходи. Да не ходи сюда, ходи. Ну что, ты хотел гулять? Пойдем гулять. Нет? Ну что, тебе не нравится, да? Не нравится. Почему? Скажи, мать, я свободолюбивый кот, а ты на меня что напялила? Собачьи причиндалы. Да? Ну а что ты хотел? Все, цензура. Ты же даже Дуся тебя не трогает. Говорит, все. Котопес готов. Что, тебе не нравится? Ну, Кристюш, ты против. Ну, а что делать? Тогда я не возьму тебя гулять. Смотри, ты боевой кот. В боевом снаряжении. Давай, пошли. Как мы будем с тобой по улице ходить? Вот так вот на поводочке. Нет, туда нельзя. Туда не ходи, сюда ходи. Сюда не ходи, туда ходи.
Ну а что ты хотел? Цензура. Все? Скажи, мать, что ты делаешь? Ладно, Крисюш, давай, иди. Иди, сниму все это с тебя. Ну, прости, я была не права. Крестюш, прости меня. Прости меня. Крестюш, ну хоть посмотри-то в мою сторону. Нет? Давай, я сниму все это с тебя. Сниму все с тебя. С мальчика моего. Свободолюбивого, да? Давай, сейчас. Да, сейчас все снимаю. Только соображу, как это снимается. Все, снимаем, снимаем. Давай, 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 помогай, помогай. Все, все сняла. Собачьи причиндалы. Свобода попугая. Давай, грызи теперь это все, да? Теперь можно? Все. Свобода попугая. Вот так. И таких щеток уже навычесано. Штуки 4. Пшерончика вычесываю. Ну а что делать? Ты же ходишь, шерстяку свою везде роняешь. Ишь, тебе полегче будет. Черный, ты на очереди. У нас сегодня процедуры. Дуся, ты тоже готовься. А что делать? В кошкином доме сегодня важные процедуры.